Я Балжан, студент Назарбаев университет. На улице капец жара, поэтому в майке, в шортах. Звук от стройки уже начинает потихоньку бесить. Пойду по универу. Поглажу то, что мы когда-то с Алибой взяли первое место на одном из конкурсов. Потом пойду к себе в корпус с чайником, потому что хочу пить чай. Ну, вроде бы все. Посмотрю фильм. Надо немного отдохнуть, учеба кончилась, расслабиться. Ну, правда, немного. Окей.